22 февраля 2023 год. Эх, где же мой Nikon Coolpix 5000, а? Ребятки, Венера внизу справа, Юпитер вверху слева, Луна. Понятно, да? 1 марта между Венерой и Юпитером будет угловое расстояние 0,5 угловых градуса. То есть это примерно как Луна. Луна 0,33, по-моему, угловых градусов. Ну, там в зависимости перигей и апогей. А ну давай вот так вот тут развернем, чтобы на весь экран. Да, очень не хватает мне моей аппаратуры. Ну, в общем-то, это пробничек. Кому интересно, ждите 1 марта. Смотрите, наблюдайте, это безумно красиво. В 2020 году я снял сближение Юпитера с Сатурном. Там было 0,6 угловых градуса. По-моему, меньше даже, по-моему. Нет, там угловых минут было. Вот. Ну, в общем, ладно. 22 февраля 2023 год. Поздравляю свою бабушку с днем рождения. Ей сегодня 93 года. Вот такая красота на небе ради нее.